Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь благодарю вас всех за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, девочки, для вас расклад, будет ли он делать реальные шаги, какие и когда. Сразу напоминаю, девочки, что это, конечно, общий онлайн расклад. Вот точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите под этим видео. Именно пишите, потому что на звонок я не отвечу. Консультация, естественно, платная. Данный расклад, девочки, подходит, конечно же, для всех. И для тех, кто в ссоре, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод. Также для тех, кому мужчина нравится, можете загадать знакомого какого-то мужчину. И, естественно, для тех, у кого роман на расстоянии, либо те девочки, у которых мужчина пропал. Ну, не в прямом смысле слова, конечно, да, а именно... Ну, не звонит, напишет на свидание, не звонит, не пишет на свидание, не приглашает, как бы связь не поддерживает. Также можете посмотреть. И также для тех, кто в паре, девочки, вы можете посмотреть, какие реальные шаги вообще будет делать ваш мужчина в отношении вас в ближайшее время. Может быть, не совсем в ближайшее, да, потому как я вытащу карту, которая расскажет как раз-таки, когда ваш мужчина будет делать именно реальные шаги. Также, девочки, в каждом видео всегда объясняю, как загадывать. Положите перед собой фотографию, либо представьте мужчину, сосредоточьтесь, именно почувствуйте его и интуитивно загадайте ту позицию, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. Если вы загадываете нескольких мужчин, то после того, как загадали первого мужчину, переключите свое внимание и свои мысли на что-то отвлеченное. И тогда только загадывайте следующего. Вот. Естественно, для того, чтобы нескольких мужчин загадать, конечно же, вам понадобится время. Вы можете поставить видео на паузу, когда я разложу карты, и уже как бы загадывать столько времени, сколько вам понадобится. И начинаем. Будет ли ваш мужчина делать реальные шаги, какие и когда, для тех, кто смотрит данное видео в тот момент, когда вы его смотрите. Итак, будет ли делать шаги, какие и когда. Вторая позиция. Будет ли ваш мужчина делать реальные шаги? Какие и когда? Будет ли ваш мужчина делать реальные шаги? Какие и когда? Будет ли ваш мужчина делать реальные шаги? Какие и когда? Итак, девочки, сосредоточьтесь. Представьте своего мужчину, почувствуйте его и загадайте позицию, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. Я уже говорила, для тех, кто загадывает нескольких мужчин, поставьте видео на паузу. А мы начинаем. Итак, первая позиция. Для тех, кто загадал первую позицию, будет ли ваш мужчина делать реальные шаги, какие и когда? Ну, я бы сказала, что реальные шаги он делать будет. Давайте сразу начну для разных форматов отношений, потому что по-разному буду рассказывать. Разная ситуация для разных форматов. Если вы загадали мужчину, который вам нравится, или просто знакомого мужчину, то
Я здесь хочу сказать, что вначале он вас разочарует. Разочарует именно тем, что вы не получите того результата, на который рассчитывали, да, то есть вы ждете от него конкретных реальных шагов, а он их не делает. Вот. Но, девочки, буквально через месяц по старшему аркану правосудия, либо справедливость, он будет, начнет делать шаги. И причем я хочу сказать, вот по сочетанию этих карт, девочки, именно у мужчины серьезное отношение. Но вначале вы испытаете разочарование от того, что он ничего не делает. А потом он начнет делать шаги. Именно такие, я бы сказала, даже еще попозже уже такие реальные шаги. И здесь действительно и чувство, и радость. И вот по десятке кубков я бы даже сказала, что это отношения, которые приведут в дальнейшем, то есть с перспективой брака. То есть здесь действительно у мужчины именно серьезные намерения. И по правосудию я тоже хочу сказать, что это намерение именно на законный брак. Так что имейте в виду, несмотря на то, что вначале у вас будет разочарование, то позже вы все равно поймете, что у мужчины действительно серьезное намерение. И еще по справедливости хочу сказать, что данный мужчина вам по судьбе. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии. Также, возможно, он вам обещал приехать и не приехал, да, либо еще будет обещать, скорее всего, что приедет и опять ничего не случится. Но позже он обязательно приедет. Намерения у мужчины действительно серьезные, видимо, у него действительно какие-то обстоятельства, что он не может приехать к вам. Вот. И здесь мужчина действительно вам по судьбе, и я бы сказала, именно с перспективой брака. Это отношения с перспективой брака. Дальше, девочки. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод. Здесь также хочу сказать, что если вы ждете от мужчины примирения, то сначала будет разочарование, он не будет делать шагов, но пройдет время, чуть больше, может быть, ну, скорее всего, через месяц по старшему аркану правосудия. Вот, но может быть даже больше, я бы сказала. Вот. И действительно, мужчина начнет себя проявлять. Сначала чувства начнет проявлять, потом реальные шаги. Вот. И примирение по старшему аркану правосудия однозначно будет. Плюс действительно мужчина вам по судьбе. Дальше, девочки, для тех, кто в паре, кто недавно с мужчиной встречается или у вас длительные отношения, пока остановимся, для брачных отношений чуть позже. Вот. И здесь что я хочу сказать, что сначала у вас будет разочарование, возможно, как-то вы не увидите, да, серьезных намерений мужчины. Вот. Но в будущем увидите. Это те, кто недавно встречаются, вот в будущем вы увидите серьезные намерения, поймете, что действительно для мужчины ценна семья, что ему нужны действительно семья и брак. Вот. И еще для тех, у кого длительные отношения, девочки, здесь в течение месяца. Нет, не в течение, через месяц ждите предложения руки и сердца. Вот. Но при этом имейте в виду, что сначала все равно у вас должно быть разочарование, да? То есть вы не получаете данного результата, то есть не видите шагов серьезных. Вот. И потом только будет предложение руки и сердца. И законный брак, соответственно. Дальше. Для тех, кто в браке. Ну, возможно, вы как-то разочарованы мужчиной, но он себя еще проявит, девочки. Проявит, и у вас действительно будет стабильный, гармоничный брак, прекрасные, счастливые, по десятке кубков, это счастливые отношения. Вот. Поэтому, если вы пока как бы никакого, ну, результата не получаете такого, на который рассчитывали в браке, вас что-то не устраивает, то в будущем на самом деле у вас все будет прекрасно. Брак действительно здесь по судьбе и брак удачный. Вот такая была первая позиция. И переходим теперь, девочки, ко второй позиции.
для тех, кто загадал вторую позицию, будет ли ваш мужчина делать реальные шаги, какие и когда. А вот фигурная карта мне не говорит, когда. Когда же ваш мужчина сделает эти реальные шаги? Угу. Итак, девочки, смотрим. Семерка жезлов. По семерке жезлов, будет ли он делать реальные шаги? Ну вот у него, знаете, какая-то неуверенность, да, причем я хочу сказать, что я поняла, почему здесь король мечей, у вас есть еще мужчина, да, то есть и здесь наличие соперника, поэтому ваш мужчина, то есть здесь я вижу причину, поэтому ваш мужчина не делает реальных шагов, потому что он чувствует неуверенность в своих силах, потому что у вас уже, либо уже, ну, для разных форматов отношений, либо мужчина так считает, что у вас кто-то есть. Какие он будет делать реальные шаги? Никаких. Он будет в прямом смысле слова страдать по девятке мечей. Это, конечно же, очень сильное страдание. Вот. И когда, вот через 6 месяцев, в принципе, возможно, но я бы не сказала, что это прям даже шаги, потому что вот он обижен, он злится, и пока как бы никаких шагов, конечно, он вообще не планирует. Но через 6 месяцев, в принципе, возможно, что он попытается как-то себя проявить. Вот по шестерке мечей как-то он себя проявит. Давайте для разных форматов отношений, если вы загадали мужчину, который вам нравится, или знакомого мужчину, то вот он считает, что у вас есть другой, чувствует неуверенность в своих силах, очень сильно переживает, вот, и проявлять себя, конечно, никак не будет. Единственное, я же говорю, через 6 месяцев, возможно, как-то себя проявит, но очень осторожно. Вот, поэтому, если действительно вам мужчина нравится, вам мужчина нужен, проявляйте себя сами, как-то вот в шутливой форме, покажите ему, что нет у вас никого, к примеру. Да, ну это уже зависит от того, как бы, чего вы, собственно, хотите от мужчины. Вот. Потому что здесь, как бы, пока он думает, что у вас есть кто-то другой, действовать он никак не будет, он будет молча страдать. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии, либо мужчина пропал, то есть вы ломаете голову, почему же он пропал, не звонит, не пишет, он считает, что у вас кто-то есть. Причем здесь даже не ревность, здесь именно неуверенность в своих силах и очень сильные переживания, я бы сказала, страдания прямо очень сильные. Кроме того, еще и обида, и злость. Ну, по мечам, конечно, и ревность тоже. Вот. Поэтому здесь вот для тех, у кого роман на расстоянии, мужчина считает, что вы не общаетесь не только с ним, с кем-то еще, поэтому переживает и, честно говоря, предпринимать какие-то шаги он не будет. Но, возможно, через 6 месяцев как-то еще попытается, может быть, с вами связаться, либо какие-то шаги предложить, но очень робкие такие будут шаги и неуверенные. Дальше. Для тех, у кого как раз-таки ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, вот здесь четко это вырисовывается ситуация, да, мужчина думает, что у вас есть другой мужчина, а может быть, и действительно у вас есть другой. Вот, он не уверен в своих силах, точнее, уверен в обратном. Вот. И что он будет делать? Будет молча страдать, переживать, обижаться, злиться.
И, возможно, как-то себя проявит только месяцев через 6, и то очень-очень осторожно. И для тех, кто в паре, девочки, имейте в виду, что мужчина, с которым вы в паре находитесь, он вас ревнует, он кого-то увидел, а может быть и действительно у вас есть другой, да, возможно, у вас любовник есть, если вы, к примеру, в брачных отношениях или проживаете совместно, то имейте в виду. Но при этом он очень сильно боится вас потерять, он чувствует свою неуверенность, страдает, обижается, злится, но делать ничего не будет в данной ситуации. То есть бороться за вас конкретно он не будет, он будет молча страдать внутренне и плыть по течению. Вот такая, собственно, была вторая позиция. И переходим теперь к третьей позиции. Для тех, кто загадал третью позицию, будет ли ваш мужчина делать реальные шаги, какие и когда. Опять-таки фигурная карта. Вот фигурная карта, она срока не дает. Поэтому, естественно, я выложу дополнительную карту для того, чтобы уточнить срок. Ну вот, теперь мне как бы понятно. Итак, девочки, смотрим. Ну, здесь, естественно, я вижу в первую очередь, естественно, именно любовный союз. Конечно же, по двойке кубков. И на вопрос, соответственно, будет ли он делать реальные шаги, да, будет делать шаги. Начну с первого формата отношений. Если вы загадали мужчину, который вам нравится, либо знакомого мужчину, мужчина будет делать шаги именно для создания любовного союза. Дальше, какие он будет шаги? Он будет вас добиваться. Здесь и я хотела бы сказать, что у вас либо есть муж, либо действительно реально есть другой мужчина. Вот. Когда он начнет делать реальные шаги по девятке жезлов, это через 9 недель. Это где-то 2 с небольшим месяца. 2,5. Вот. Так что смотрите, как бы здесь мужчина действительно будет вас добиваться. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии. Действительно, мужчина хочет с вами любовного союза, готов добиваться встречи, но вот он считает, что либо вы не с ним с одним общаетесь, либо он думает, что у вас есть другой мужчина, либо муж. И делать реальные шаги, именно добиваться вас он будет через 9 недель. Дальше, девочки. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, также мужчина будет делать шаги для вашего примирения, возобновления, восстановления ваших отношений, будет бороться за вас. И вот интересно, то есть, видимо, и разрыв у вас произошел из-за того, что либо у вас появился другой мужчина, либо поклонник, либо действительно у вас есть муж. Вот здесь я больше вижу даже такую ситуацию. Вот. И мужчина начнет делать конкретные шаги, вас добиваться именно через 9 недель. И теперь для тех, кто в отношениях, соответственно, да, что мужчина хочет с вами любовного союза, он будет делать шаги для создания этого любовного союза. Для тех, кто в паре, это для продолжения ваших отношений. И, может быть, он себе надумал, а может быть, действительно у вас есть другой мужчина, либо муж. Вот, поэтому здесь он будет бороться, именно бороться за вас. Имейте в виду. И вот через 9 недель он начнет делать реальные шаги. Для тех, кто в длительных отношениях или в браке, опять-таки, длительные отношения, если у вас, если вы не любовника загадали, да, а вы загадали мужчину, с которым вы в длительных отношениях, то, видимо, у вас появится еще какой-то король кубков в данном случае.
И вот ваш мужчина, с которым в длительных отношениях, он будет за вас бороться, он вас не отдаст и будет делать реальные шаги. И здесь я бы сказала, возможно, конечно, вот эта ситуация может его подтолкнуть именно на предложение руки и сердца. Для тех, кто в брачных отношениях, также ваш мужчина вас кому-то ревнует, да, будет отстаивать свои права мужа, соответственно, да, вот, и, естественно, для сохранения вашего прекрасного любовного или брачного союза, вот, и шаги он будет делать именно для отстаивания, я бы сказала, своих интересов как мужа, да, именно вот через 9 недель, видимо, действительно, у вас, может быть, поклонник появится. Может быть, еще какой-то мужчина на вашем пути, что вашему мужу придется за вас даже побороться. Вот такая, собственно, ситуация по третьей позиции. И теперь, девочки, переходим к четвертой позиции. Для тех, кто четвертую позицию загадал, будет ли ваш мужчина делать реальные шаги? Какие? И когда? Ну, когда, я вам сразу скажу, для всех форматов отношений это через 2 месяца. Какие он будет шаги делать? Именно для что-то для вашего удовольствия, да? Для того, чтобы вы были довольны. Вот. И будет ли делать реальные шаги? Здесь четверка жезлов. Это прекрасная карта. И для разных форматов отношений она проиграется по-разному. Поэтому, начиная с первого формата отношений, если вы загадали мужчину, который вам нравится, или просто знакомого, то здесь мужчина действительно будет шаги делать, да, намерения у него серьезные, именно на семью и брак. Видит он вас также женой, причем он вас видит такой прекрасной, да, красивой, сексуальной, доброй, мягкой, ну, в общем, все самые хорошие качества, то есть все только самое лучшее он вас видит. Делать шаги он начнет, он закрыт просто сейчас, ну, я бы сказала, какие-то собственные страхи, побаивается немножечко, но через 2 месяца он будет делать реальные шаги. Так что вам стоит подождать, то есть не спешите, не делайте сами, все-таки прерогатива мужчины именно завоевывать женщину. Поэтому подождите, пока он начнет. Ну, естественно, вы можете показывать ему свои чувства, а для того, чтобы их показывать, конечно же, нужно их в первую очередь чувствовать. В инфобоксе под этим видео посмотрите мое другое видео, там есть ссылочка «Изменить свою жизнь к лучшему навсегда». Там есть техника «Прогулка по чувствам». Потренируйтесь, чтобы вы могли испытывать разные чувства, гамму просто различных чувств и эмоций. Вот. И это, кстати, очень даже поможет вот в данной ситуации. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии, я хочу сказать, что намерения у мужчины очень даже серьезные. Какие шаги он будет делать? Ну, много будет делать для вашего удовольствия, для того, чтобы вы были счастливы. Встреча реально, скорее всего, будет через 2 месяца. Дальше. Девочки, продолжаем. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод. Мужчина однозначно хочет примирения, либо восстановления отношений. Готов делать все для того, чтобы вы были счастливы. И шаги он делать начнет через 2 месяца. И по двойке мечей примирение будет здесь однозначно. И также теперь для тех, кто в паре, да, но пока просто в паре, да, встречаетесь недавно с мужчиной, либо длительные отношения. Здесь, конечно, у мужчины намерения серьезные. Здесь для вас возможно предложение руки и сердца. Возможно, даже помолвка уже по четверке жезлов. Вот, какие конкретно будет мужчина делать шаги, все для вашего удовольствия, естественно.
И вот именно предложение руки и сердца, скорее всего, будет через 2 месяца. И для тех, кто в браке, мужчине очень нравятся ваши семейные отношения, он готов дальше над ними работать, вкладываться, для того, чтобы вы были счастливы. Возможно, сейчас как-то вот немножечко закрыт в чувствах, но он раскроется, да, может быть, у мужчины какие-то проблемы, может быть, на работе, может быть, в делах. Вот. Но он раскроется, вот через 2 месяца у вас будут какие-то приятные изменения, что-то он еще приятное для вас сделает. Если вы планировали что-то, ну, может быть, покупку чего-то, или, к примеру, ремонт вы планировали, или еще что-то. Но, в общем, в любом случае, мужчина все будет делать для вашего удовольствия. И здесь действительно он сделает то, о чем вы мечтали, о чем вы, может быть, просили, или то, что вы планировали. Вот такая, девочки, прекрасная также 4-я позиция. Вот, и теперь уже по традиции, для тех, кто подписался на мой канал и поставил лайк под этим видео, можете загадывать желание. Я вытаскиваю для вас счастливую карту на исполнение вашего желания. Итак, желание, конечно, должно быть реальное, быстрое в исполнении, да, ну, то есть не загадывайте будут сложные. Для того, чтобы сложные желания исполнялись, на моем канале есть видео «Загадай желание на 4 тузах пентаклей». Там можно, там энергетика, конечно, очень сильная, а можно загадывать более сложные желания. Но здесь, конечно же, именно на одну карту, пожалуйста, загадывайте именно такие желания, которые могут быстро исполниться, потому что все-таки энергетика одной карты не поможет вам исполнить какое-то сложное желание. Вот. Итак, я думаю, что все уже загадали. Я вытаскиваю счастливую карту, естественно, для тех, кто подписался на мой канал и поставил лайк под этим видео. Счастливая карта. Это старший аркан правосудия. Ну, конечно, по правосудию ваше желание исполнится однозначно, исполнится где-то через месяц. Кто хочет примирения, будет примирение. У кого какие-то проблемы с деньгами, с работой, все разрешится через месяц. В общем-то, в любом случае, ваше желание исполнится, исход будет, конечно же, положительный. И теперь также для моей помощницы, для Хельги, вытаскиваю счастливую карту. Благодарю вас, Хельга, за то, что помогаете, за то, что проставляете тайм-коды под моими видео. Я также для вас вытаскиваю счастливую карту. Итак, счастливая карта специально для Хельги. Хельга, король пентаклей. Здесь, ну, во-первых, любое ваше желание сбудется. Но здесь я бы еще сказала, что если желание касается материального положения, да, то здесь прибыль по королю пентаклей будет, конечно, очень хорошая. Либо сам король пентаклей, то есть мужчина богатый, хорошо стоящий на ногах, занимающий какую-то должность, либо бизнесмен. Так что ждите. Все будет хорошо. А я искренне желаю вам счастья, радости, удачи, успехов, всего самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.